точки выхода тренировочного начинания, да? Дальше. Регионарно любом вы. Околоушные, да, верхний балл гимнастика. И под челюстные. И под челюстные, да? Затем глазная щель. Второй пункт. Длинная ширина глазной щели. Так, Мили, просите смотреть тоже на вас уже. И смотрит, меряйте длину от наружной спайки век одного глаза до внутренней другого, то есть с другой стороны этого глаза. С обеих сторон. И параллель, и ширину между верхним и нижним веком. Тут одно правило надо соблюдать. Линейку держать снизу. Опору создавать на лице и на носу. Чуть выше голову. Вот сюда смотрите. Вот так. И меряйте противолежащим глазом. Вот вы если правую глазную щель меряете, вы должны свой правый закрыть, левым открытым измерять длину. Ясно? 26. И ширину между верхним и нижним веком. Перешли на другой глаз. Свой левый глаз закрыли. Правым меряете длину и ширину. Напротив зрачка ширину меряете. Ясно? 26 меряете. Что дальше надо сказать? Одинаково с обеих сторон. Не забывайте это все описывать. Дальше. Где веки? На меня смотрят веки. Опять-таки просите смотреть на вас. Но если один выше, другой ниже, то на источник света. Да. Ну, давайте, чтобы вам виднее было, включите его, там, наверное, в произведении. Нет, этот не работает. Итак, просите смотреть на источник света. Ладно, должна вот тут стоять слева от больного и освещать его лицо. Вот при таком положении, когда свет отражается в центре зрачка, видно, да? Всем? Видно? Можете проверять положение вес. Значит, как оценивается? Читайте. Положение. Ну, какое? Правильно. Правильное. Чтобы об этом сказать, вы должны мне это доказать. Смотрите внимательно. Право верхнее веко выше верхнего зрачкового края. Все видят, друг на друга посмотрите, чтобы убедились в этом. Не выше. Верхнего зрачкового края. Настя не выше. Но если она будет вниз смотреть, то она не будет ниже. Вы на нее смотрите прямо, глаза в глаза. Ну, все равно не закрывает очи. Да? И нижнее веко на уровне нижнего лимба. То есть границы роговицы. Видно? Белое, белое, белое. А вы на себя смотрите друг на друга. Не только на нее, вот на свою соседку. Смотрите, проверяйте это. Вот если это положение сохранено, вы говорите, положение правильно. Дальше. Закройте глаза, видите, глаза сомкнулись. Это подействовало круговая мышца. Вверх смотрите. Ресницы достают до кожи. Значит, левая помощь. Значит, функции сохранены. Значит, сначала проверяете, потом функции сохранены. Дальше. Передний край. Форма тупая. Передний край. Начинаете смотреть с нижних век. При этом взгляд должен быть направлен вверх больного. Оттягиваете слегка нижние веки, только чтобы посмотреть вот этот ресничный передний край. Оценка быстро. Тупой. Передний край тупой. Рост ресниц? Да. Правильно. То есть каждая ресница растет наружу, а не на глаз. Смотрите все. Да. Правильно? Да. Дальше задний край. Пусть форма. Форма острый.
Задний край чуть-чуть оттянить, чтобы увидеть, что он действительно какой. Положение прибежит к глазному яблоку. Вот, отпустили, смотрите, по всей веке. По всей длине прилежит к глазному яблоку. Дальше. Интермаргинальное пространство. То есть между ресничным краем и задним. Ну, короче, чтобы яснее вам было, толщина. Интермаргинальное пространство сколько? Ширина 2 мм на нижнем веке. Видно, да? Но да, мы же нижнее смотрим. 2 мм. Не торопитесь. Перейдем, скажите. 2 мм. Ясно? Дальше. 2,5 на верхнем. Веки переходите на верхний, так опять начинаете их полностью. Интермаргинальное пространство. Не интермаргинального. Веки. Верхние веки. Нижние. Как вы характеризовали нижние веки? Передние. Ну так вот, то же самое и на верхнем. Вниз смотрите, подбородок выше. Века отводится сильно, чтобы увидеть оба края. Вот, видно? И сразу интермаргинальное пространство. Видно? Да. А где куда смотреть? Друг у друга посмотрите. Посмотрите, они вам сейчас показывают. Все это видели, да? Дальше. Интермаргинальное пространство 2,5 мм. Дальше пошли. Теперь конъюнктива. Конъюнктива это что такое? Это медлисто. Ничего подобного. Физика. Покрывающая что? Глазное яблоко. Яблоко вот склеит, смотрите, ведет сосуды на склере. Да. Вот склера покрыта конъюнктивой. Сосуды не склеры, а конъюнктивы. Еще что она покрывает, кроме яблок? Зрачок. Нет. Зрачок закрой, вообще ничего не видит. Еще что? Какие три отдела конъюнктивы в анатомии должны были искать? Наружный, конъюнктива, века, да. Значит, века изнутри покрывает, и переходная складка от века на яблоко. Вот эти три отдела вы должны посмотреть. Не один отдел, а три. Вверх смотрите. Здесь уже пальцы ставите близко у ресниц, чтобы века так отвести, чтобы вышла валиком. Ладно. Прочитайте, что конъюнктиве оценивается. Цвет. Нет, как говорить сразу. Бледно-розовая. Поверхность гладкая. Слово поверхность не надо. Бледно-розовая, гладкая, блестящая, влажная, прозрачная, в области переходных складок, подвижная, отделяемого места. Вот это все более секунду. Вверх смотрите. Отвели века так, чтобы вывернулась складка. Вот, видите, валиком она, вот она, бело-розовая, видно? Отцовцели. Ну, надо посмотреть, чтобы... Ну, не больно, тяжело, неприятно, потому что обнажается всегда влажная, а тут она сухая. Вообще не больно. Сушится. У него больно, говорит, неприятно. Ну, кто-то чувствитель. Нет, так, чтобы складка вышла. Сильно тебе. А сильно тебе. Сильно, вот. Все посмотрели. Дальше. Область лёгких. Нет, а верхнюю кто смотреть нужно? Он её вообще выгинает, да? Выворачивать века. Как выворачивать? Техника показываю. Сейчас каждый мне пара покажет. Как вывернуть века. А вы на ком-нибудь другом будете смотреть. Подбородок первый этап. Подбородок вверх. Сильно. Чаще видите, вам легче. Еще. Дальше. Смотреть вниз, как бы себе на грудь. Вот. Как можно ниже убрать яблоко. Роговицу вернее, скажем. Палец ставите не вот так, а перпендикулярно брови. Слегка оттягиваете века, чтобы ресницы поднялись. Вниз, ниже смотрите. Опору себе создайте и возьмите двумя пальцами ресницы в середине века. Вот. Теперь вниз смотрите. Тяните века вниз к себе, а большим пальцем толкайте хрящ вниз, вот видите, вышел. Ну вниз смотрите. Ну вниз смотрите.
Все, получилось. А на зачете что делать будет? Вам кто-то будет подачивать. И народное тело попадет, оно останется у вас там. Натрет яд в уродовище, помощнее продумается. Что тогда? Нет, стул сюда. Что, принесли?